Всем привет, друзья, с вами Аллариэль, и мы продолжаем наше прохождение Destiny 2. Сегодня у нас есть квест с вами под названием «Пропавший экипаж». Сейчас отправимся на его получение и дальнейшее выполнение. Какое-то мероприятие сейчас будет. Я, правда, не уверен, где именно оно. Мне что-то подсказывает, что оно... 238 метров, но это очень далеко, я туда не хочу бежать, отклоняться от задания. В последнее время я все думаю, а что же случилось с двумя членами экипажа Черного Исхода? Ну. Они ушли с корабля давным-давно и не вернулись. Вексы видели в этом регионе двоих людей, но это было давным-давно. Земляне здесь редкие гости. А, хорошо, Нейра, с чего начнем? Я нашла слияние с дополнительной информацией. Нейра, ты ведь не рассчитываешь, что твои товарищи еще живы? Нет, они давно мертвы. Но я хочу знать, что с ними случилось. Свободен. Какими они были? Один из них был ученым и мыслителем, второй — инженером. Если они здесь, мы их найдем. Окей, взломать слияние, да? Куда-то это туда. Ага. Эй, братан, свободен. А там все-таки что-то прикольное происходит. Я должен... Навороченная установка по добыче блеска. Зная вас, я уверена, долго она не простоит. Слушайте, хотя нет. Они забрали блеск. Взорвали бур. Надеюсь, вы соблюли все правила безопасности. Не хотелось бы, чтобы... Нет. Мы хотим, чтобы падшие пострадали. Забудьте. Ну, как-то так, всем там немножечко вломили. И теперь взламываем, собственно, само сияние. Пока тут куча людей, может быть, мне кто поможет. Лови. А вот это нужно забрать. Нечего добру. Твою мать, убили. Падлы. Ща, я иду. Ратиш. Я хочу тоже попробовать так нарезать, но вот не уверен, что... Ух ты, блин. Жахнуло значно. Знатно.
свободен. Капитан, соточка. Следуйте в эту точку. Вексы решили вас проверить и создали голографический указатель для нашего удобства. Возможно, пропавших членов моего экипажа заставили участвовать в подобном эксперименте. Следовать. Окей, следуем. Чтобы пройти тест, нам нужно добраться до трех модулей данных. Первый есть. Тест предназначен для людей? Его содержание скорректировано с учетом возможностей стража, хотя они и не называют вас этим термином. А как они нас называют? Владеющие тем, что мы не можем смоделировать. О, хитро. Да. Ох ты, блин! Да, упал я. Хорошо. Так, а ну-ка, дайте забраться. Опа. Ага. Запуск. Пропавшие люди из твоего экипажа. Почему они ушли? Они разошлись во мнениях с капитаном Якобсоном и решили покинуть корабль. Черт! Мои алгоритмы разрешения конфликтов оказались бессильны. Так что я дала им припасы, даже больше, чем требовалось. Я знала, что вдали от цивилизации они будут уязвимы. Но я не могла изменить их судьбу. Так. Ну, погнали. Каменная комната, да? Что нас тут ждет? Ага, нас тут ждет махач знатный. Вот что нас тут ждет. Ай-яй-яй. Ух ты, блин. Ах.
сильно долго ждал. Лови. Замечательно. Твой экипаж так и не нашелся. Но мы продолжаем поиски. Я благодарна вам, капитан. И вам, друг-призрак. Ага. Ба. Ну такую. Блин, еще и помер прям так. Хреново. Ах. Ну ладно. Ага. Ну хорошо, хоть сразу во вторую, а то было бы вообще печально. Кстати, а может попробуем? Ну, как так-то? Наверное, из-за того, что они имеют эту возможность взрываться после смерти, это и привело к таким трагическим последствиям. Ладно. На-на-най, на-на-най, давайте. В смысле? А, все. Там, кстати, можно еще чуть-чуть поменять, да? Да. А револьвер. Ну ладно. Пока оставлю как есть. Ну поехали. Ловить. О, черт, там кто-то еще. А, блин. Готов? Бау! Твою мать, в щит. Вот я снайпер хренов. Эй, братан. Ой-ой-ой-ой. Бау. Итак. Я принял очень слабый сигнал бедствия. Древний. А. Нейра? Тела вне досягаемости моих датчиков, но я могу обнаружить их через ваше сканирование. Мне очень жаль, Нейра. Я знаю, каково это. Ну, неважно. Они были хорошими людьми. Да, друг-призрак. Память о том, что случилось с ними, будет жить со мной вечно. И в некотором роде они тоже будут жить вечно.
Итак, задание «Пропавший экипаж» также успешно выполнено. Нет, не может не радовать. Где мы с вами находимся? Где-то очень далеко. И что-то мне подсказывает, что у нас больше здесь нет квестов. Давайте сделаем телепортацию на ближайшую какую-то стартовую позицию. И там сейчас посмотрим, что там за дела-то происходят. А вот, может быть, просто мне здесь не видно, пока я по пещерам лажу. Ну и, возможно, не видно каких-то квестов, каких-то заданий. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой. Вот так вот мне будет покомфортнее. Так. Нет, друзья. Как можно видеть, мы тут с вами... Похоже, что закончили. Так, давайте на ферму отправимся. Управление через 3, 2, 1, понеслась. Что ж, думаю, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующих сериях прохождения Destiny. Всем пока-пока.